Așa cum vă povesteam în emisiunea precedentă, Asociația Cascadorilor din Republica Moldova, Cica, are în bagajul său sportivi care pot executa nu doar trucuri complicate, ci extrem de complicate. Dar nu e cazul să-i lăudăm noi, ci să ne spună mai multe chiar dascălul cascadorilor Roman Țurcanu. Hădit pe steoclăm și lejat în gvozeac, este de la nas уже пройденный etap, da? Но вот у нас есть такая фишка, расплавленный металл в ложке. Слава выпивает и выплевывает уже готовый кусок металла. Даже монахи шоули не снимали это. Chiar dacă tehnologiile de astăzi au și rolul de a produce efecte speciale fără multă cheltuială umană, în cinematografie se pare că implicarea omului rămâne nesubstituibilă. Ni один трюк, ни один компьютер заменить не может. Он может его докрасить. Доделать. Единственный момент, я знаю, где заменяют человека, вот есть сбивание человека, да, едет машина, человека сбили, он перекувыркнулся через крышу, упал, слетел еще куда-то, или выпал из машины, или вылетел с вагона, да, там, не знаю еще какие вещи. Когда заменяют именно каскадера? Когда режиссеру нужно сбить человека на огромной скорости, нужно снять машину, нельзя ее потом, ну, ускорить, потому что человек не полетит так. Летит машина на скорости 100-120 км в час. Что делается? Маленький секрет такой рассказываю. Берется фотография того или иного актера, который снимается в той или иной роли, его сбивают, да, к примеру. Ну, нужно именно на большой. То есть сначала снимается каскадер дублирующий, который перелетает, да. Снимают это все крупным планом, допустим, при скорости там 40 км в час, 30 км в час, да. А потом нам нужен именно момент сбива, да, такой безжалостный. Китай заказывает силиконовую копию объемную. Стоит она определенных денег, человека одевают. То есть вот он стоит, ты на него смотришь, и он один в один реальный человек. То есть ты его пока не потрогаешь руками, ты не поймешь, он нереальный человек. Ставится в кадр, влетает машина, и он тогда уже там крутится. Там, а так как он уже достаточно тяжелый, он примерно летит так же, как реальный человек. Cascadorul este acea persoană pregătită special pentru a dubla actorul principal într-o secvență periculoasă dintr-un film. De aceea, profesia de cascador este răsplătită pe măsură, cel puțin în cazul celor de la Hollywood. Если идут высотные падения, то есть, к примеру, снимает какой-то режиссер фильм, идут высотные падения. Максимум, что дается, два дубля. Каждый метр и идет по таблице. До 5 метров, потом от 5 до 10 метров, потом от 10 до 15. И с каждым метром цена увеличивается. Вот упал я два раза, мне заплатили. Еще надо упасть, то есть кто-то не успел, либо оператор, либо режиссер, либо света не было, либо еще что-то не было, да? Еще раз надо падать, еще раз будут платить. Такая же ситуация с горением. Iar dacă vă puneți întrebarea cât de sănătoși sunt cascadorii în realitate, aflați că ei la acest capitol nu se plâng. По классификатору, по реестру единоборства, да, находятся на 20 каком-то месте по травматизму. Знаете, какие самые травматичные виды? Игровые. Человек бежит, играет в футбол, да, все играют, любят футбол. Миллионы им занимаются, да. Но вы посмотрите, сколько профессиональных спортсменов, футболистов, больных. То есть это голени, голеностопы и колени. Почему? Потому что он играет, он бежит с мячиком, хочет забить, то есть цель игры – забить гол. Но никто не говорил, что тебя будут бить по ногам. Вот мы, когда приходим, мы учимся сначала падать. Вы знаете, где самое опасное вообще? Когда зимой выходишь из подъезда и на улице гололед. Вот там опасно. Потому что ты, опять же, не готов. Да. А вот все, что у нас, все начинается по команде. Готов, готов, готов. Все должны ответить. То есть, если это далеко, это по рации. Если это в зоне слышимости, да, то каждый должен ответить. Должен ответить режиссер, должен ответить оператор, должен ответить постановщик трюков, должен ответить каждый каскадер, должен ответить ассистенты, все по безопасности. И в любой момент, как только говорится, не готов, все останавливается. În concluzie, să fii cascador nu e chiar așa de rău.